Ну, добрый вечер, мотор. Дорогие друзья, Артём, ты сейчас сгоришь. Так вот, дорогие друзья, рады вам объявить о том, что наконец-то наш поход на Таятские замки завершился. Ну как, завершился тем, что мы вернулись в базовый лагерь. Немножко отчета. Вышли мы сегодня в 8:30, пришли в 9:30 вечера. Поход занял 13 часов. Отсняли видеоматериал, сделали много фотографий. Съели полторы. Много еды съели, да. Шоколадки. Ну, много съели. Опа. Съели много еды. 3 термоса воды с собой брали, выпили. Халву не съели, но обещали. День выдался прекрасный. Мы уже об этом говорили. Вот сейчас у нас ужин поздний. Кипятим воду, набираем термосы на завтрашний день. Думаем, кушаем о будущем. Завтра у нас ранний подъем. Будем сворачивать базовый лагерь, выходить. Повезло сегодня с погодой, действительно, день выдался замечательный. Настроение было сегодня отменное, как обычно. Что нам еще можно сегодня сказать? Ну-ка, Артём, помогай. Шоколадки были отстой. Ешьте не молочный, а горький шоколад. Он действительно дает хорошее настроение. В палатке поставили лампу. Она нас сейчас нагреет. Пока мы тут попьем чай, покушаем, идем уже в теплую палатку, залезем в теплые спальники и до завтра спать. Повезло, что сегодня правильно тропу проложили до места, потому что нам давали некоторые ориентиры. Не, не хочу шоколад. Давали некоторые ориентиры, но мы эти ориентиры, к сожалению, не нашли. Шли по своим приборам. И так получилось, что довольно удачно вышли. В общем, все хорошо, все получилось. Много было красивых видов. Таяты нам, Таятские замки, открылись нам сегодня в полной красе. Можно считать, что мы посмотрели, можно сказать, что все, да? Да, шикарно было, одним словом. Было шикарно, да. Ну, совместить наш прошлый поход и сегодняшний, можно сказать, что мы посмотрели замки, обошли полностью. Есть, конечно, там удаленные еще. Мне заинтересовали ворота. Я так понимаю, туда вообще особо никто не ходит. Ну, туда довольно-таки далеко ходить. Стеночка там такая длинная. Это уже отдельная история будет. Туда времени, не знаю даже, сколько нужно. Так что считаем наш сегодняшний поход успешным. Ну, почти завершившимся. Завтра будет еще возвращение. Я думаю, возвращение пройдет без каких-либо проблем и проволочек. Считаем поход удачным. Так, закончу твой маленький отчет. Ребята, у вас какие мысли? Мысли такие, что мы не отчитываемся, мы рассказываем. Рассказываю, потому что наверняка это многим интересно. А как же мы дошли? Может, и не дошли? Если кто-то сомневается, можно проследить по нашим роликам. Владимир, что ты хотел сказать? Я хотел сказать? Да, ты что хотел сказать? Тебя наши подписчики слушают. Это твой первый поход на Таяты.
первый 13-часовой поход за этот год. Ну да. Поделись с нами своими мыслями. Ну что ж, все прекрасно. Приехали. Люди здесь рядом, которые живут, солнечные, веселые, позитивные, добрые. Вот. Успешные. Успешные, возможно, не все. Ну не все, но. Так. Которые мы только заходили. Ну. Вот. Так что народ приветливый, вежливый, не матюгается. Но. Вот. Не любит такого. Кстати, да, они прям отторгают. То есть. У них тут своя мини-культура, скажем так. Я бы даже добавил, можно, мини-религия. Ну, у них там своя религия. Мини-религия, да. Да. Я думаю, это будет правильно так сказать. Вот так, вот так. В общем, каменные горы нам, скажем так, даже на всех мне там понравились. Я не понял. Похоже на некую игру, если кто-то играл, Джанго, то есть собирание башни. Если вы видели там каменные изваяния, башенки эти, да, то есть они как из кирпичиков состоят, то есть, соответственно, берешь пару кирпичиков, и башенка разрушится. Вот что-то напоминает вот это вот. Так что все замечательно, попьем чай и спать. Темная, теплая комнатка нас ждет в этом безмолвии, в отеле тысячи звезд и два фонарика. В отеле два фонарика? Нет, вареная сгущенка, это, конечно, после 13-часового похода, это просто огонь. Можем лишь описать свое впечатление от этого звездного неба, от этого тишины, от филина в ночи. Это так приятно слышать, не просто тишину, но тут живут... Да. Слушать музыку природы. Когда я услышал филина, я думал, что я... Услышал не то. Да. Я что-то это... Никогда... Я, кстати, по-моему, в своей жизни никогда филина не слышал. Что там, шоколад? Не, Артём, я не буду. Что, тебе кипяточка? Не, хватит. Ещё? Кипяточка? Кипяточка? Кипяточка, давай. В этом походе все было, все четко, все, что мы хотели. Спуститься без липкого снега. То есть потемну возвратиться и планировали. Спуститься на лыжах. Ну, каждый своим темпом, конечно. И после похода, конечно же, попить чаю, чтобы восстановить свой водный баланс. Почувствовать себя снова живым, энергичным. После такой нагрузки, сколько там, 12 часов, да? 12. 13 часов ходьбы. И...